Всем привет, меня зовут Александр. Представляю вам стульчик для кормления качели Corella Triumph. Corella предлагает два популярных решения в одном продукте. Вам не надо покупать два больших предмета. Достаточно приобрести Triumph, и вы получите полноценный стульчик для кормления и укачивающий центр. Кормление ребенка – важнейшая и зачастую не самая простая задача. И вы, и малыш участвуете в этом процессе по несколько раз в день, поэтому он должен быть удобен для вас обоих. Для малыша у Corella Triumph есть просторное пластиковое сиденье, мягкий тканевый матрасик, регулируемая подножка, и возможность установки спинки от сидячего до полностью лежачего положения. Родителям для удобства, в зависимости от того, как вы сидите, вы можете отрегулировать высоту кресла, подстроив его под себя. У Triumph большая столешница и поднос с подстаканником. Также во время кормления при помощи USB-устройства вы можете включить вашу или малыша любимую музыку. Для того, чтобы сделать из стульчика качель, уберите столешницу. Обязательно зафиксируйте ребенка при помощи пятиточечного ремня, чтобы он не выпал. Можно присоединить игрушки. Они есть в комплекте. Опускаем кресло в нижнее положение и нажимаем кнопку. Механизм укачивания электрический, работает от 4 батареек 2А или от сети. У Triumph 5 скоростей укачивания. А также таймер, который остановит качели через 8, 15 и 30 минут. 14 собственных мелодий и возможность при помощи USB включить ребенку колыбельную или сказку. Качели вы можете управлять удаленно при помощи пульта, который идет в комплекте. Я вам показал стульчик качели Triumph. Помните, кормление должно быть комфортным и безопасным. Corella – это бренд, которому вы можете доверить своего ребенка.